трудно сопрячь то, что это именно коид ассоциировано, но, например, если хронизация была какого-то процесса, да, то может долго восстанавливаться организм и, конечно, может давать какие-то сбои, но здесь, понимаете, коид выступит как фактор агрессии, вот, который единожды надорвал, а потом человек это подштопывает состояние и сложно вернуться, например, там, в какую-то постоянную колею. Но настолько, чтобы там это было последствием годовалой давности, все зависит от образа жизни человека, как он возвращается как бы, вот, к нагрузкам, как он контролирует свое хроническое какое-то заболевание, которое у него было до ковидной инфекции. И как он ведет себя после ковида, если вот тяжелое течение, да, там с большим поражением легких, то что он вообще делает по жизни? Продолжает дальше пить, курить, ну, конечно же. Это не будет какое-то социальное осложнение, это будет осложнение, связанное с его образом жизни.